Здравствуйте, друзья! В этом небольшом видео я хочу дать ответ на вопрос, можно ли пробросить реле Acara в систему Home Assistant, используя шлюз Xiaomi 3 версии, без паек и перепрошивок. А также будет ли работать в этом случае режим Interlock. Напоминаю, это когда включение одного канала автоматически выключает второй канал. Также хочу напомнить, что при использовании стандартной интеграции через шлюз Xiaomi 2 версии при помощи ключа разработчика, реле Acara не пробрасывается в сторонние системы. Пробросить его можно благодаря специальной интеграции от AlixIT для шлюза 3 версии. Кто не видел, можете посмотреть видео по установке по ссылке в описании. Итак, герои сегодняшнего обзора – шлюз Xiaomi 3 версии и ZigBee Relay Acara на два канала. Шлюз подключен и работает в Mi Home. Я использую мод с сайта kapiba.ru, ссылка в описании. Одновременно с этим он проброшен в Apple HomeKit и через интеграцию от AlixIT в Home Assistant. Все работает параллельно, одновременно и друг другу не мешает. Процесс добавления совершенно стандартный, после которого реле появляется в списке дочерних устройств шлюза. Реле имеет свой плагин, в котором есть два выключателя, по одному на каждый из каналов. Кроме этого, реле ведет мониторинг энергопотребления и показывает текущую нагрузку. Нажав на кнопку с тремя точками справа вверху, попадаем в меню настроек. Самая первая опция тут Interlock. Перед ее активацией нужно, чтобы один из каналов реле был включен. Смысл этой опции в том, что включение одного канала реле автоматически выключает другой. Это нужно, например, при управлении электрокранами. Вот как это работает. Включение одного канала отключает другой. Реле переключает каналы мгновенно, но в плагине отображение идет с небольшой задержкой из-за облака. В Apple HomeKit, куда реле попадает благодаря шлюзу, оно отображается как двухканальный выключатель. Опции Interlock я тут не нашел, но она работает при активации из Mi Home на уровне самого реле. Логика работы полностью сохраняется, только статус HomeKit меняется намного быстрее, чем в Mi Home. Аналогично в Home Assistant реле появится в системе через интеграцию от AlixIT Xiaomi GTWay 3. Хочу еще раз выразить благодарность автору за его замечательные разработки. С момента записи моего урока по этой интеграции, ссылка в описании, она успела обновиться уже 4-жды и пробрасывает в Home Assistant не только ZigBee, но и Bluetooth устройства. Здесь реле представлено 5 сущностями – сенсор Action, 2 свеча 1 и 2 канал и сенсоры мгновенной мощности и энергопотребления за весь срок работы реле. При работе в Home Assistant благодаря локальному доступу к шлюзу все команды обрабатываются и отображаются тоже моментально. А это отображение энергопотребления в режиме реального времени. После включения нагрузки сенсор начинает давать показания в течение нескольких секунд. Таким образом, использование этой связки реле Acara и шлюз Xiaomi 3 версии позволяет видеть реле сразу в трех системах. И Mi Home стандартно, и Apple HomeKit, и Home Assistant. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете увидеть в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!